Ну что ж, друзья, судя по всему, продолжаем просмотр матча Альфа-Ред против Team One на карте The Inferno. Все начинается, напоминаю, что это пик Альфа-Ред, дальше трейн от Team One. Ну, для начала давайте разберемся с картой The Inferno. Здесь пока счет 2-0 в пользу Альфа-Ред. Смогли засейвить Team One Галил. Ну и TRK с ним и сыграет. Посмотрим за реализацией данного девайса. Возможно, посмотрим. Возможно, за сейвом дальнейшим. Там, в свою очередь, ребра активно отвоевали для себя Альфа-Ред. А что там на бойлере? А на бойлере тот самый Галил, который успел найти свой фраг и успел отойти. Вот, правда, остался с всего 8 хп. Хотелось бы Нико М отдать этот Галил. А где Нико? Где находится этот молодой человек? А этот молодой человек уже защищает точку Б, на которую активно выходит коллектив Альфа-Ред. Так, Нико. Смоук. Есть урон по Мейроузу. Но бомба будет ставиться. Закрыто. Врыв под флешку. IDK. Ох. Успел с USP найти фраг. А бомба-то еще не стоит. И можно ворваться. Можно Нико М ворваться. Но решил этого не делать. Решил сыграть наверняка TRK. Нашел минус Горилла. Тот же подключение от KNTZ. Минус TRK. И это 2 в 3. По-прежнему в меньшинстве Альфа-Ред. Есть шансы на ретейку. Team One. Нужно просто собраться. Нужно просто не ошибаться. Так, смоком закрывает KNTZ. Но он просто идет вперед. Для него смок никакого риска не представляет. А вот этот клатч отбита. И это разминированная бомба. Все, раунд за коллективом Team One. И они взяли эко. У TRK был засейвленный Галил. На этом все. Ну, там у Ника М был, конечно, 5-7 с армором. Он также успел найти свой фраг. Ну вот, собственно говоря, и результаты. Team One 1-2. Делают бай. АК засейвил для себя бит. Нет, не для себя. Нет, все же для себя. В 2 ВП они будут играть. Но если решить, Альфа-Ред закупается на все деньги. Это 1, 2, 3, 4 АК и МАК 10 для QQ. Так, окушко разбили. Готовы были в него прокидывать необходимые гранаты. Как, например, здесь это проследовало на дрова туда, на дерево, которого уже там нет. Но, тем не менее, толком никого не смогли здесь накалить. ADQ прилетела жесткая хае, но успел он от нее отпрыгнуть. Поэтому 10 хп всего потерял на таком муве. Ну, в общем-то, только лишь гранатами пока друг другу угрожают команды. Так, и, возможно, вот-вот на ребра начнут Альфа-Ред выдвигаться постепенно через бойлер туда показывается Мейроуз.
Но пока что только лишь он один. Тиммейты вот-вот будут его поддерживать своим присутствием. Смоком закрывается арка, тут же откидывается зажигательная от Малика. Прошел уже Кью-Кью. Кстати, все дальше он идет. У Кью-Кью бомба, и потерять ее в таком месте, конечно, не хотелось бы. Никоем врывается на прицел к своим соперникам. Нельзя сейчас ресет по экономике получать бразильцам. Абсолютно нельзя, но что поделать? Тиркей погибает, бит, попытка отстрела, спрей не идет. Это трипл килл. И Малик понимает, что, ну, такой ретейк нам явно не светит. С двумя ВП на него не выйти. 1-2 превращается в 1-3 в пользу коллектива Альфа Ред. Деньги заканчиваются Team One моментально. Может быть, у кого-то из них там еще и останется какие-то сбережения, но, скорее всего, придется играть экономический раунд с двумя... форс-бай раунд с двумя засейвленными АВП. Вот так вот! Гикс просто на дистанции с АК выключает снайпера, а потом еще и за следующим пошел. Тут он у нас с АВП играет. Малик 37 хп. Два выстрела с калаша в тело, и ты погиб. Один в голову при любом состоянии, и ты погиб. В это дает все же свой квадрокилл. И раунд уходит коллективу Альфа Ред. 1-3. Денег нету Team One. Force Buy должен сейчас быть произведен. Появляется М4. Можно купить там FAMAS, UMP. Не знаю, что TRK будет себе покупать. Это вообще 5-7 с гранатами. Ну и тиммейты также на пистолетах. Кстати говоря, Альфа Ред довольно неторопливый сейчас на карте. Располагаются, постепенно действуют на банане. Аккуратненько на контроле мида там проходил Мейроуз, но уже более-менее на полтора вышел. Понимая всю плачевность ситуации защиты. Так, смоком откинулся Ник. Им нельзя выдавать тот факт, что М4 в данный момент находится на точке Б. Потому что все поймут моментально Альфа Ред. Мол, если девайс сейчас на Б, значит мы идем куда? На А, понятное дело. И выйдут на точку А, где в данный момент находятся только два игрока защиты. И там где-то на арке в фулл позиции Малик. И все, раунд уже будет сыгран. Смоук от Тирки. Дистанция хорошая, благоприятная для 5-7. Но все же вероятность дать 2-3 фрага с 5-7 против калашей даже на такой дистанции, она крайне низка. Так, Инкизи не дождется никакой аркады. Стоит отметить, что Team One на своем форс-бай раунде играет крайне дисциплинированно и осторожно, ни в коем случае не подставляясь под позиции соперников. Пройти активно демонстрирует. Мол, смотрите, мы заняли ребра. Вот Мейрол сейчас яркий тому пример. Смотрите, мы заняли банан. Также произведен был. Кстати говоря, TRK должен будет забирать Мейроуза. Ну, или бит вот таким вот образом. Не факт, что стоило Мейроузу тут так отдаваться. А здесь укрепление Б. И 20 секунд. Они могут никуда не успеть. Они реально могут не успеть. Малик 2 килла. Малик не хватает его на большее. Но в итоге я не знаю, в чем был смысл. В чем был план Альфа Ред? Стояли, ждали врыва от соперников, а потом в один момент как будто бы они поняли, что а на таймере это только 20 секунд, ну гол Б, что поделать. Вот как-то так для меня это выглядело, но просто правда, они слишком много времени потеряли, несмотря на то, что знали, что это некий форс-бай с пистолетами, что можно под достаточно хороший плотный раскид как-то действовать более-менее кучно. Но они, видимо, сильно рассчитывали на фейк от Мейроуза под точкой А, который абсолютно не сработал. В итоге сейчас уже можно сказать, что у них у самих форс. Это пара галилов, это P250 на гиксе. И только лишь 2К47. Ну, бай вполне себе достойный, конечно же. Но, тем не менее, я думаю, Альфа Ред не так планировали провести раунд под номером 6. Так, осколочная, шикарная по KNTZ. Также досталось Мейроузу и Кью-Кью. Ну, вот KNTZ прям совсем неприятно. Так, Малик. Флешка должна быть в лицо, но флешка не прилетела ему в лицо. Хотя десант мог бы быть неплохим от QQ. Там KNTZ все-таки находит свой минус по биту, но TRK находит свой дабл. Гикс остается 1-3. Ну, а его местоположение ничего даже не представляют. Team One. Но вот с IDKM расправиться он не смог. IDK ставит точку в раунде, и это 3-3. Ну, вот повтор Малик дает моментальный минус. Здесь какие-то прям жесткие мексиканские перестрелки были. Все во всех стреляют, все всех убивают. Так. Это ЦЗ, две флешки для Вета. И все. Абсолютно все. Пропрыгнул Мейроуз, чтобы не попасть под снайпера.
Интересно будет как-то выбивать банан, возможно, сейчас Альфа-Ред, под эти две флешки. Но вот уже потеряли QQ. CZ подбирает Мейроуз. И под свою собственную флешку, точнее, под флешку тиммейта врывается Пит. Два фрага дал. Ах, не хватило на четвертый. Но Вета остается последним. Вета, может быть, даже успеет где-то подловить кого-то из игроков защиты на диспозиции, на дистайминге, с ножом в руке, на свече девайса и так далее. Но Тиркей готов к этой перестрелке. Стоит отметить, что Вета попал. Искру мы видели, но не хватает, конечно, с глока урона. Вот он, врыв от Пита. Казалось, тут еще и Вета мог бы добрать, но чуть-чуть не хватило. 4-3, Team One впереди. СГ для Мейроуза. 4 АК-47 его тиммейтов. Ну а соперник играет с ВП двумя АК, двумя М4-ми. Бай для Team One хороший. Деньги еще сверху остаются, поэтому можно будет как-то где-то соперника и подзажать. Где-нибудь, возможно, сыграть чуть более агрессивно, чем они исполняли прежде. Хотя о чем речь, они в прошлом раунде вообще пушили активно этот банан втроем. Поэтому куда уж более агрессивно, чем пуш банана от трех игроков защиты. Разве что при поддержке пуша с мидла. Вот такое мы видим крайне редко в профессиональном Counter-Strike. Посмотрим, Мейроуз сможет ли открыться и дать пару фрагов. Все-таки у Малика есть АВП. И пройти такого снайпера будет непросто с СГ на руках. Он именно как раз-таки позицию бойлера и просматривает. QQ постепенно пробирается все ближе к точке Б. И Дикей на бусте. QQ к этой позиции готов. Вот так вот открывается, но вот в сайте игрока прочитать не смог. Никоя, моментальный размен. Фат под флешку открывается. Вета в блайнде тапами работает. Вета погибает. Никоэн на третий фраг. Не хватает его. Это 3 в 3, при том, что бомба вот-вот будет установлена. Ретейк от Team One. Спешит уже сюда Малик. Но пока эта дымовая завеса не дает ему особо вижна на точке. Вот дым развеивается. Но он компенсируется тут же молотовым от атаки. Гранаты у Альфа-Ред кончились. А вот для Team One все только начинается. Под свой раскид будут выходить на ретейк. Курица тут выбежала, там спалила местонахождение бита, потому что курица просто так в CSGO так быстро не бегают. Ну и моментальные три фрага от коллектива Альфа-Ред. Безусловно, не какой-то чикен стал причиной поражения в этом ретейке от Team One. Но, тем не менее, ретейк был провальным. Я думаю, с этим спорить бесполезно. Ну что, 4М4 АВП для Team One. Альфа-Ред играют с АВП на Вета, СГ на Мейроузе, остальные на АК-47. И вновь 3Б от Team One. Как минимум, гранаты точно будут давать все втроем. А вот будут ли они здесь оставаться? Гикс далековато, по-моему, прокинул свой смок. В итоге и смок протратил, и позицию не смог занять. Не вышло. Задумка его. Так, осколочный под IDK. Гикс продолжает пушить банан. Флешка пошла, открытия нет. А вот под флешку тиммейта уже он точно откроется. И не смог он забрать никое. Мало того, он вообще ни одним патроном по сопернику не попал. Тут же Молотов под позицию IDK. Залетает, он тушит его смоком. Но QQ выходит. И тут IDK открывается под флешку тиммейта, забирает соперника. И еще и хоронит Света. Остается только Мейроуз и KNTZ. Как выйти теперь? 2 в 5. Как выйти из данной неприятной ситуации? Как выйти на Б? Как пройти IDK? Ну, IDK пройти удалось. Никоэм красный. Никоэм за фонтаном прячется пока что. К нему спешит тиммейт. Тиркей вот-вот здесь же будет рядышком. Под флешку Никоэм не стал открываться. Тут залетает зажигательная вот Тиркея. И под флешку тиммейта Тиркей врывается. Первого забрал, второго забрать не смог. KNTZ 1 в 3. Ну вот-вот откроется. Откуда угодно. По нему оппоненты. Два попадания с USP. 30 хп у KNTZ. Ну и он практически окружен. Но не сломлен. Теперь сломлен. 5-4. Ну вот, может быть, вот IDK. На два фрага хватает на одной флешке. QQ был в блайнде, ну а тиммейт просто не смог разменяться, находясь за стеной. Никакого выпада сделать не сумел. Так, и это форс-бай от Альфа Ред. 4 пистолета плюс АК-47. Врыв, Мейроуз бежит по банану.
готов к гранатам, казалось бы, но урон по его тиммейтам прилетает. Но Роу сам, казалось бы, фуллом должен был заходить. Минус Гикс. Должны продавить игрока в сайте. Ну а IDK откидывается хаешка и открыть от НКМ. А там за смоком три соперника. И вот сейчас пойдет спрей. Нет, не пойдет. Не пойдет никуда. IDK также падает. Возможность поставить бомбу существует для коллектива Альфа Ред. Если не подключится с банана вовремя Team One, бомба стоит, план минимум выполнен. Осталось только задефать ее. То есть 30 хп у одного, 43 у второго. Очень непростой раунд сейчас для Альфа Ред. Очень непростой клатч для Вета. И он не справляется. И это шестой для Team One. Сейвится АК, сейвится АВП на Малюке. И шестой для Team One. Бразильцы пока не так уж и плохо отыгрывают на карте The Inferno. Поставлена бомба была, но вот Альфа Ред делали форс-бай, поэтому денег в данный момент у них не остается. Но это все-таки экономический раунд. Пара дигов, пара ТЗ, П250 для Вета. Ни одного армора и только лишь один смоук у Гикса, возможно, для того, чтобы потушить под собой молотов. Нет, он прокидывает этот смоук глубоко на банан. Создает эффект того, что они собираются бороться за этот банан. Но мы видим, что Нико дает уже свой дабл. Малик также забирает соперника, но вот, правда, Нико М погиб. И врыв под флешку под КНТЗ. КНТЗ отступает. И подцепить IDK не смог. Это последний. Вынести бомбу на установку. Это задача минимум для него. Вот если бы не начал стрелять, вероятно, он смог бы пройти под точку А. Каким-то чудом поставить пачку, но не удалось. Решил пострелять. Возможно, его и так не пропустили бы. 7-4. Альфа Ред делают бай. Вновь СГ для Мэйроуза. И вновь тиммейты играют на АК-47. А тут АУГ появляется у Бита. Так, в мидл тут же по ребрам бегут игроки защиты. И пуш. Вот IDK забрать Гикса смог. Но тут же на развороте. А почему QQ-то сюда не смотрел? Вот это даблкил от IDK. Ну, правда, остались 3 в 2. Не так все хорошо для Team One. Неплохо успел разменяться Мэйроуз и КНТЗ. Еще и Бита могли цепануть. Бит на своем ауге не сумел найти фраг. Вот оставлять двух игроков сейчас под бананом, возможно, нет большой необходимости. Но слышит передвижение Вет, поэтому уходить отсюда не торопятся. Team One. Вета ждет более открытого поджима от бразильцев. Те, в свою очередь, ждут как раз-таки действия от Альфа Ред. Ну и что-то, мне кажется, все-таки банан остается в предпочтении для Альфа Ред. Нико М в предсказуемейшей позиции, если можно так сказать. Нико М. Ну, несмотря на то, что стрелять он начал первым, Вета его моментально забрал. И вот TRK может притаиться в пленте. Он может сыграть от бомбы, если не будет палиться раньше времени. Молот, тем более, полетел вообще в другую сторону. TRK, открытие, минус первый. Ну и остается 1-1. КНТЗ против Бита. Бит крайне опытный бразильский игрок. Играл в старейших бразильских командах. И сейчас на опыте выходит он на этот клатч против молодого, мощного тайского бойца. КНТЗ. Находится на гробах. Бомба стоит очень комфортно для него. Бит чекнет. Чекнет. И, кстати говоря, Кентизита развернулся довольно резво. И там могла шальная залететь Биту в лицо. И это было бы прям совсем фиаско для Бита. Но нет. Он все же берет этот клатч. Постепенно пробирая сопернику в спину. Аккуратненько зашел. Ну, если учитывать, как все начиналось. На секунду времени были 5-3 ребята из Team One. Если все это закончилось клатчем 1 в 1, то это тревожный звоночек. Несмотря на выигранную половину, сейчас Альфа Ред могут начать брать раунд за раундом и выйти на счет 8-7 по окончанию первой половины. И дальше уже не отпустить данную карту. Поэтому очень обидное поражение потерпели от Эго. Там разгромные счета были. Конечно же, они хотят не допустить разгромных счетов против коллектива с последнего места турнирной таблицы данной группы. Мэйроуз уже получил прострел с АВП. И вы посмотрите, IDK идет пушить. Он на шифте идет вперед. Но его здесь ждут. Его ждут, его убьют. Его точно убьют. Гиксу он был не готов. Как не готов был Гикс к позиции Нико М в бланде TRK. За стеной пока находится. Открытие выбивает бомбу. Мэйроуз теряет бомбу, она падает на жердочки.
Теперь ее еще подбирать предстоит коллективу Альфа Рэд 4 в 2. Они остаются и очень неприятно. Кентизи 48 хп с USP пытается его нашить Малюк. И все-таки с USP он дает финальный фраг. 9-4 минус деньги Альфа Рэд. Но вот здесь закупаться, конечно, не стоит. Можно выйти на счет 10-5, если поэкономить. Наверное, все-таки поэкономить было бы более мудрым решением для тайцев. Да, закупается ЦЗшками и одним теком. 4 армора. Смоук плюс светошумовая граната на QQ. Так, бит. Первого забрал, второго. Второго забрал, но остался с 16 хп. И попробуйте теперь уйти. Как уйти? Вот так, красиво. В итоге остается 2 игрока атаки. Айдики, тут подарочки залетают. Кентизи остается пока для него секретом. И не смог перестрелять соперника. В итоге Малюк прикрывает тиммейта. И 10-4. Альфа Рэд обязан цепляться за 15 раунд, иначе счет будет совсем неприятным. То есть 10-5 это еще как-то ни шатка, ни валка, играбельный счет. А вот 11-4, когда ты в атаке на Инферно, это разгром. Напоминаю, это пик Альфа Рэд. Дальше Трейн, который Team One сами для себя выбрали. Ох, на дистайминге, казалось бы, ловили Гиксон, он успел отреагировать, забрать ADK, и только после этого ADK сжег соперника. Вот не каждый день видишь, как два игрока друг друга убивают в CSGO. И если это происходило со мной где-то в 1.5, и я удивлялся, то в CSGO это физически практически невозможно. Так что такой замечательный момент. Так, уже 3 в 3. Снайперу на команду. И вот снайпер коллектива Team One уже дает свои плоды. Забирает QQ. Два игрока атаки пробираются под точку А. Дает полную исчерпывающую информацию. TRK открывается, забирает бомбкерри. Вета падает. Не остается только Мэй Роуз. У него в руках SG. У него 3 соперника впереди и 56 секунд. И ровно 0 хп. 11-4 в пользу Team One по окончанию первой половины на пике соперника. Да, защита вышла для них крайне успешной. Смогут ли они такую же атаку продемонстрировать? Ну вот почему-то мне кажется, что да. По крайней мере, они набирали обороты по началу первой половины. Под ее окончание они смотрелись с абсолютной доминантой. Сейчас, ну, собственно говоря, именно они будут навязывать темп игры. Они будут показывать, как они хотят играть. И вот что смогут им ответить Альфа Рэд и что они успеют им ответить, узнаем, начиная с пистолетного раунда, который уже стартовал киты. И две флешки у Мэй Роуза. На раскиде в атаке играет бит. И уже первые гранаты от него последовали на банан. Этот же ADK уже под коврами. Вот-вот будет выходить на перестрелки Света. Но если что, там 3 тиммейта будут на размене. Посмотрим, сколько фрагов Света сможет обеспечить. Пока 0. Десантируется. Нет, остается на жердочке. Нет, все-таки десантируется. Подцепить кого-нибудь пропрыгивающего. Забирает одного, второго. Нет, не хватает патронов. И выйдут резать. Оу, Вета находит все-таки минус по сопернику. Это 3 в 3. Там биты, оппоненты. Есть возможность произвести такой ретейк для Альфа Рэд. Подбирается USP. Бит будет с ним играть из песков тиммейта в пленте. И они будут именно с этой позиции обороняться. Так, бит начекал одного. Ну, должен понимать, что там может быть еще и второй бит. Вкладывает весь свой опыт в каждый выстрел. И есть хедшот от него. Гикс последний. Гикса доверяет Нико М. И это 12-4. Трехкратное преимущество. Team One, да при этом еще... Вот он, вот самый серьезный момент. Очень хотел там Малюк подсадить соперника на перо. Не получилось. Но был близок, он все же резанул. Так, ну и это будет экономический раунд от Альфа Рэд. Вот QQ закупается ЦЗ, а есть 5-7 у Вета и флешка на Мэй Роузе. Мэй Роуз под номером 8. На шарте. Так, Вета. Вау, жестко. Флешка пошла, Мэй Роуз погиб. Там Гикс, USP нашел минус по Малику. Ну вот она, дистанция, на которой, конечно, USP может наносить изрядный дэмэдж. Эдики, открыть эту библиотеку. Есть тот самый Гикс, который готов со своего USP забрать еще кого-нибудь, но получает он под себя молотов. Эдики тут же с ЦЗ. Минус по Эдикею находит. Это возможность подобрать уже 2 девайса для команды Альфа Рэд. Где-то там должен лежать UMP. На сейф АК уходит QQ, но бит готов выбивать.
все, что пытаются там сорить оппоненты. Минус QQ, минус АК подбирает его бит. Ну и Кенти Зи. Так, бит подобрать АК не забудь. Кенти Зи в сайте. Тут кирки шугает, мучает. Но не КМ приходится... Приходит заступиться за тиммейтом. 13-4. Альфа-Ред будут делать бай. Хорош тут, конечно, открытие было от Теркея, подам. Но сейчас будет абсолютно другая игра. Это АУК для Мэйроуза, АВП для Гикса. МП-9 для QQ, который будет при этом играть с гранатами и китами, ну а остальные на М4. А вот МАГ-10 такая остается у Теркея на руках. Хочу отметить, что у трех игроков команды защиты нет касок, поэтому их можно продавить QQ в блайнде. Его просто переехали, туда же отправили вето. Все, сейф от Альфа-Ред. Просто уничтожили сейчас их. При этом Нико М с АК-47 все это делал. То есть, если мы бы видели, как это сделал, например, Теркей, пропрыгивая как-то, вот он пробирался с МАГ-10 и двух игроков без касок забрал, можно было бы сказать, что его просто выпускали, ну, вот так вот, на всякий случай. Как лакмусовую бумажку. Проверить реакцию на точке Б. Но нет, это сделал Нико М с АК. Конечно, еще и хотят выбить девайс этим Team One. Могут себе позволить. Так, Мэйроуз. Бита накалил. Тут же вот играет Гикс. Отстрел от Кенти Зи. Нико М забрать не смог, но Гикс также погибает после этого фрага. И Мэйроуз также ничего не подсейвит. 2 кило от Теркей. Ну и Нико М трипл килл дает. Альфа-Ред при счете 14-4 остаются без денег и предпринимают попытку выиграть форс бай раунд с Фамасом и четырьмя фармилочками. Ну, и не такие раунды выигрывались. Как-то раз я видел, как парни выиграли раунд с 5 юспами. Нет, даже больше. Я как-то раз видел эйс от парня, который 1-5 остался с USP. На профессиональном матче, я помню, это сделал Кабал. Так что, друзья, если что, ищите на просторах интернета. Такое бывает. А тут UMP, тут MP9, тут FAMAS. Эти вещи могут натворить красивых хайлайтов. Вот Кенти Зи уже находится так, правда, тут же погибает и он, и Гикс. Остается только битый вето. Ну и QQ. И непонятно, идти сражаться или идти на сейв. Сейвить фармилкой не хочется. Идти умирать 2 в 4 тоже не хочется. Конечно же, умнее будет идти на сейв, но... Это все грустно, счет-то уже 15-4. И при таких счетах ты хочешь не сейвить. Начинать камбэк. Начинать камбэк просто не на что. Денег нет на эти камбэки. Вот QQ решил подзаработать. Забирает он TRK. И уходит, даже не пытаясь подобрать выбитый девайс. У него, по-моему, была М4. QQ с 12 хп. И его начекали. И еще и вето должен будет умирать. Да, да. Нико М и бит находят свои фраги под занавес раунда. Это 15-4. Которое вполне вероятно может превратиться в 16-4. Накаркал. Ну, как и положено, видимо, на данном турнире, на данном сервере матч заканчивается при счете 15x, то есть когда одна из команд берет 15 раунд, вот так вот завершая сервер свою работу, и пока со счетом 1-0 ведут все же Team One. Но вот смогут ли на пике соперника на карте D-Train ответить Альфа-Ред, узнаем через несколько минут. Далеко не уходите, с вами студия UCC, с вами Павел Тол Григорьев, увидимся очень скоро. Делай ставки на GGBet, лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами, крутые мини-игры, круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт.
Забери свой кейс на ksbet.ru.